Легкое невесомое печенье без муки – мечта для всех любителей кокоса. Вкусная выпечка, которую просто и быстро приготовить к семейному чаепитию или для неожиданных гостей. Угощайтесь, ваш любимый аромат и вкус кокоса, отсутствие муки – разве это не мечта для сладкоежек? Для того, чтобы у вас все получилось, рекомендую внимательно прочитать подробный рецепт, как приготовить кокосовое печенье мечта и готовить с удовольствием. Попробуйте! Желток – 3 штуки. Белок – 3 штуки. Сахар – 150 грамм. Ванилин – 1 щепотка. Кокосовая стружка – 170 грамм. Количество порций – 8. Подготовьте ингредиенты. Желтки отделите от белков. Желтки и сахар. Ванилин взбейте в пышную светлую пену. Добавьте кокосовую стружку, перемешайте. В отдельной миске взбейте белки до крепких пиков. Добавьте их в желтково-кокосовую смесь. Аккуратно перемешайте с помощью лопатки, сохраняя пышность массы. Чайной ложкой наберите немного теста и влажными руками сформируйте конус. Выкладывайте заготовки на противень с пергаментом. Поставьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Остудите готовое печенье. Приятного аппетита!